Если без метафор, то смысл в укреплении своих реальных внутренних опор. Потому что внешняя стабильность всегда была иллюзорной опорой. И такой остается. Просто сейчас это более очевидно и проявлено. У каждого из нас есть свой собственный корабль, который может выдержать любой шторм. Я вижу, как люди, которые считали себя слабыми, сбивались с курса, идут в себя и вдруг обнаруживают там такие сокровища, такую силу, о которой и помыслить не могли. И эта сила есть в каждом. Важно как можно скорее расчистить к ней путь, сделать генеральную уборку жизни через веру в себя, честность с собой, знание себя настоящего, хороший контакт с собой, соединение со своим высшим Я. И тогда приходит результат глубокого погружения. И дальше понимание. Земля, Бог. Все это в помощь тем, кто готов справиться со штормом. А компасом в жизни является сердце. Парусами – любовь. И только так мы живем. Иногда много думаем, мало чувствуем. Забываем о том, что любимые – дети Бога, что у каждого есть душа, и, опираясь на нее, а также на свой дух, можно очень даже прекрасненько проплыть по страницам своей жизни, совершая кругосветное путешествие в мир эмоций, чувств, фантазий, мечт.